Всем привет, с вами ваш брат Тимати, он же мистер Black Star, специально для Black Star TV. Сегодня ваш брат является корреспондентом журнала Billboard, всемирно известного журнала Billboard. И сегодня я в качестве журналиста и корреспондента беру интервью, то есть являюсь интервьюентом для молодежной группы Ранетки. Всем привет, мы группа Ранетки, специально для Black Star TV. Который является представительницами направлений Teen Rock. Как это будет, смотрите дальше. Black Star TV смотрим и не переключаемся. Вот это да. Круто. А что дальше будет? Дальше просто to be continued и все. Но надпись to be continued не означает, что должно быть четко продолжение. То сейчас мы больше акцентируемся на съемках клипов со сценарием. Нет, это намного интереснее, прям это прям прикольно смотреть, интересно. Очень. Давно снимали? Снимали где-то мы с самого начала весны в Париже, где только первые лучи пробились. Это недели 4 назад. Интересно, вот я тоже просто снимаю, хочется что-то такое, чтобы интересно смотреть было. Тут смотришь, понимаешь, что... Что будет дальше? Да, и конец прикольный, такой, а, блин, прикольно. Вот начали истории с Грувон, то есть более-менее со Сурдом, которая там какая-то история, она очень смутная, они все понимают всегда. Не, мы сейчас с Леной будем снимать видео, Лена будет снимать видео, то есть мы хотим совместить типа агрессивное катание на досках, и тут же хоп, такие вставочки, типа что-то нежное, как в фильме, про видео в одном, типа, если девочка показывает там контур ее губ, и типа хоп, хоп, контур губ, губ, тут же такое жесткое катание, типа потом наш плечик, и какое-то жесткое катание, и вот, ну, снять номер в метрополе, чтобы красиво. Да, важна сценарная ходьба. Просто у меня даже было очень много таких имиджевых видео, где просто куча картинок, такой набор имиджевых. Вот. А сейчас мы больше выходим в выстроенный четкий сценарий, друг другие. Это так, мне кажется, интересно. Это очень круто. Мне очень прикольно. Прямо реально интересно. Просто смотреть. Класс, класс, класс. И так все красиво снято, прям все очень красиво, прям приятное ощущение. Типа, смотришь, как бы, все круто. И песня хорошая. Надо послушать, да, в наушниках. Звучание такое прям. Вот в наушниках послушайте, там хорошо будет. Какой ближайший концерт? Ой, мы сейчас на майские уезжаем, у нас 4 концерта в Авантали и один где-то там же, мы мысли с другом. А, Анталия, это а? А в Москве ближайший? В Москве у меня был вчера концерт. Что-то было. Еще недавно был, но будут upcoming какие-нибудь ближайшие. Я вас обязательно приглашу. Послушайте, мы сильно заморачиваемся со звуком, прям очень. А где отдел старый? Там такие поделки. Ну, как бы музыка уже за пределы рэпа давно вышла. То есть я не вижу какого-то сегмента. У меня на самом деле очень много альтернативного в том, что мы исполняем. То есть я сильно разделяю звучание альбома с концертным звучанием. То есть то, что записано на студии, это одно, но все треки на концерте вообще по-другому. Много альтернативного, очень много электроники, много хип-хопа, много танцевальной музыки, то есть такой электротехно, такие интересные. Могу подтвердить, потому что я знаю нескольких музыкантов очень хорошо, которые играют. Гитарист Боча, например. Боча? Да, очень хороший приятель, личный, один из лучших, на мой взгляд, людей в Москве. И как гитарист, и как человек. И они не из рэп-тусовки, то есть это люди совершенно из разных музыкальных сфер, которые, тем не менее, на сцене делают какое-то общее действие, которое, наверное, выходит за рамки того, что на альбоме. Да и вообще, мне кажется, не стоит все это разделять на рэп, там, и попсу. Главное, что нравилось, надо, да. Надо экспериментировать, больше борща нужно. Да. Саундчек долго у вас? Саундчек долго у вас? Я на саундчеке появляюсь только спустя 4 часа после начала. У нас выезжает первый, у нас выезжает барабанщик. Барабанщик выезжает за 4 часа. Потом через час еще приезжает гитара, бас, гитара, клавиша. Ну и так далее. Потом уже вокалисты. Со мной 3 человека. Вокалисты, двое ребят, они все, и одна девушка. Все артисты моего лейбла, у меня свой независимый лейбл. В принципе, наверное, первый более-менее.
хороший лейбл в России с правильной такой здоровой структурой, со своими отделами. Вот. У меня сейчас молодые артисты, как раз вот те ребята, которые со мной гастролируют, BK, Music High, они в некоторых видео там со мной, может, вы их видели. Вот сейчас, например, Music High выиграл, прошел финал конкурса «Новая волна» Юрмала. Вот. И он от России в этом году будет представлять. Так что, если где-то увидите, обратите внимание. У него, я считаю, лучший R&B вокал вообще, в принципе, в России. То есть, так как он поет. А можно даже в интернете где-нибудь клип найти. Здорово. Спасибо вам. Спасибо. Мы рады познакомиться, наконец-то, так уже, а то мы увидимся. Мы песни-то поем, понимаешь, каждый день поем. Нам надо же было. А если в номере живу, прикинь, а, то есть постоянно. Ну, обязательно вас пригласим на концерт, послушайте. Думаю, вам понравится. А может, позже что-нибудь вам и напишем, интересно. Спасибо. Ну, мы вам. Спасибо. Может, всегда вас попробовал. Там девчата придем в подарок. Спасибо. 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 Там первые майки с нашего сингла «Бас Драйвер» и альбом. Вау! Какие! Я наконец-то буду слушать наши! Спасибо! Держи! Вот вам майки, пижамы. Классно! Спасибо большое! Спасибо! Вот. Там отпечатки, отпечатки моих рук. Уменьшенные. Маленькие. Да. И написано «Love You». «Love You» — это наш сингл «Бас Драйвер». Спасибо. Прям наши размеры. Спасибо. Скажи еще, пожалуйста, пожалуйста. Скажи еще. Спасибо. Спасибо. Классно. Спасибо. Все, ребят, пока-пока. До встречи.